trick is not to hold on, your wits to let go. That it is to move on, every day improve on. Beat your goals and keep on. Привет-привет-привет, песеры, с вами Морж. 14 мая у нас на календаре, самое время поговорить о игроках, которых нам вчера завезли за донатик в нашу игру, в том числе о просто великолепнейшем Тюраме. Сразу буду начинать видео с двух, наверное, самых популярных вопросов. Каким приложением ты пользуешься? eFootball Hub. Вон, даже в правом углу, собственно, написано eFHUB. И 24. Здесь все удобно смотреть. Это первое. И второе. Морж, в игре тот рейтинг не показывает. Ну я что могу поделать? Почему он не показывается? И почему Konami это до сих пор не сделали? Я думаю, сегодня на примере Тюрама я смогу объяснить это все дело поподробнее, если вам интересно. Поэтому досматривай до конца, пока можешь черкануть какой-нибудь комментарий. Вот, я от этого не откажусь. Ну и загляни в закрепленный комментарий, либо в описание к видео. Там ссылочки полезные, моя новостная группа, мой чатик и, само собой, моя личка в Телеграме, если тебе нужно задонатить на мобилочку с российских карт, собственно, и пооткрывать этих интересных игроков. Хотя, по поводу интересных, я тут, наверное, немножечко перегибаю. Эпики хороши, ну, к ним мы чуть-чуть позже перейдем. А вот 8 игроков, которые с ними идут в паке, специальные карточки, ребят, если честно, я не знаю, но здесь вот реально глазу зацепиться абсолютно не за что. Konami вроде как сначала подумали, что неплохо бы добавлять действительно сюда топовых игроков, то есть ты не поймал эпика, но поймал кого-то из них, и тебе уже хорошо, потому что он становится в твой основной состав, и он радует тебя в игре. А сейчас они такое ощущение, что опять пошли на спад. Ну что это за рейтинг? 92, 93, тут вот 95-й Ди Лоренцо самый высокий. Посмотрим, конечно, но тут я, честно, вообще от этого ничего не ожидаю. Так, Камбиаса под Ювентус, конечно, пригодится. У Ювентуса, если вы собираете полный, проблема с правым и левым защитником. Ну, собственно, Тюрам сейчас может встать направо. Вот сейчас Камбиаса может встать налево. Ну и Данила, да, там есть еще. Вот опять же, что у нас самое важное, по мнению Konami, в левом и правом защитнике? Скорость и выносливость. Ну хорошо, вот скорость и выносливость у него есть. Остальное, ну, мягко говоря, оранжевый цвет нам подсказывает, что здесь все, мягко говоря, не очень. Плюс еще и 3 навыка всего. Я думаю, вы понимаете, что мимо такого игрока мы проходим. Дальше ЦЗшник. Интер. Тут интересен рост 196 сантиметров. Это, конечно, великолепно. Спасибо обновлениям Windows. Они решили зайти к нам на огонек. 96-й рейтинг. В принципе, неплохая скорость для центрального защитника. Ну, статы в защиту нормас. Вряд ли он станет ваш основной состав. Конечно, за счет роста он интересен. По остальному, ну, есть игроки гораздо-гораздо лучше. Хороший корпус, прыжок 78, при этом росте хватит, 84 игра головой хватит. Ну, вот выделить особо, зацепиться особо не за что. Всего лишь 6 навыков у него, но при этом есть полезные в виде игры головой, перехвата, верхового главенства и блокировщика. Нафига ему дальние удары? Я, если честно, не знаю. Будет ли он у вас выходить на ударные позиции? Мне что-то кажется, что нет. Дальше опорничек. Опорничек. 96-й максимальный рейтинг. Хороший стиль якорь. В принципе, для опорника вменяемый, скорость с ускорением и пасик присутствует. Найдете лучше? Конечно, найдете. Вот. Нужен ли он... Ну, точнее, так. Если вы собираете команду, тут базару нема. Само собой, надо брать. Если вы команду не собираете, то, я думаю, он пройдет мимо вашего состава. Еще один ЦЗшник. 188 роста. Почти все 90 в защиту, да? Подкат и агрессия по 89. Скорость с ускорением для ЦЗшника вменяемые. Корпус есть, прыжок есть, игра головой есть. Что-то есть по пасику. Но сейчас... Там то за номинальные контракты, то еще откуда-то можно брать гораздо более сильных игроков. Здесь у нас 7 навыков. Акробатический вынос отличный, игра головой, перехват, опекун, верховое главенство, блокировщик. Подката, да, не хватает для полного набора защитных навыков. В принципе, ну типа, и жаловаться здесь не на что. Статы вполне, ну вполне крепкие, нормальные, вот. Но и сказать «Вау, я хочу его себе в состав», я думаю, вряд ли вы это скажете. Ди Лоренцо, 99-й, опять же, рейтинг считается по скорости и ускорению, кстати, да, если... Ну, кстати, он больше ЦЗшник даже, вы видите, слева. Он 85 как правый защитник, 86 как ЦЗ при вот этих вот статах. Но если Тюрама я и буду качать под центрального защитника, то Ди Лоренцо, наверное, все-таки правый. Статы в защиту для правого атакующего защитника вполне себе неплохо. Пас низом, пас навесом кое-какой есть, дрибла кое-какая есть. Силовые показатели, ну, тоже, даже корпус 80 ему нарисовали. Под Наполи, конечно, базару нема. Под основной состав я бы его точно не брал. Еще один правый защитник, атакующий.
Ну, тут вот, опять же, скорость, выносливость. Самое главное, типа, по мнению Konami. Пас навесом 73. Ну, тут подключился он у вас в атаку. Надо навешивать. 73. В защите кое-что, конечно, сможет. По навыкам акробатика и подкат, да, из защитных. Основное это сомбреро. Обводка двойным касанием. Классно, конечно, но мне все-таки кажется, что правый и левый защитник это не те игроки, за которых вы будете финтить. Это те игроки, которые должны подключиться и хорошо навесить. Ну или отдать хорошую передачу низом. Но вряд ли они для финтов. Хотя каждый играет, каждый дрочит, как он хочет, поэтому... Вот. Так, эй. А что у меня что, тренер сломался? Так, что случилось? Или что-то повисло? Так, эй, игра... Игра, дуплись. Ладно, сейчас перезапущу. Так, возвращаемся к нашим баранам. Собственно, eFootball Hub у меня почему-то завис. Ну, бывает, ничего. Ребята делают его на энтузиазме, Konami им не помогает. Сами Konami до сих пор не додумались, что нам нужно подобное приложение для того, чтобы смотреть игроков. Поэтому говорим им огромное спасибо. По вратарям, сами знаете, субъективчик может быть тащит все, что угодно, может не тащить ничего. Но я, в принципе, предпочитаю, если, ну, из таких обычных, либо полуспециальных брать, я предпочитаю 99-го Куртуа или 100-го Куртуа. Какой у вас есть, он прям хорош. Ну и Кьяер, 97-й защитник, статы в защиту великолепно, скорость с ускорением, ну, печально, да, центральный защитник, но печальненько. Корпус есть, прыжок есть, игра головой есть, пасик какой-то присутствует. Ну, от Кьяера можно попробовать, 190 сантиметров. Статы в защиту просто действительно вкусные. По навыкам достаточно много, но, опять же, здесь способности капитана, еще и штатный пенальтист. Ставь лайк, если, когда у тебя пенальти в игре происходит, ты такой, Кьяер, он точно справится, он штатный пенальтист, я буду доверять удар ему. Но что-то, мне кажется, так делают не слишком много людей. Ладно, переходим к эпикам. Отда первый раз появляется в нашей игре. Великолепнейшая слабая нога, 182 сантиметра, стиль атакующий. Так, давайте без этого. А если под усилитель? Нет, ну да, основная позиция его правый защитник, и статы заточены прямо под нее. Хорошо, правый защитник на этот буст, тренер. Что получаем? 99-го правого защитника, уже знаете, честно, у меня возникают вопросы, когда смотришь на эпика, такой, в смысле, меньше чем 100? Ну, как-то странно. Выносливость великолепная, есть сила удара, если подключится, да, скорость с ускорением, ну, скорость хороша, ускорение можно было бы побольше. Присутствует корпус, не самый лучший баланс. Обычно, кстати, у крайних защитников с балансом проблем нет. Защиту умеет, пасом обладает. Найдете лучше? Да, найдете лучше. Ну, опять же, я вам говорил, по Милану, извините, у нас Костокурту можно получить бесплатно, просто, да, за пробитие пенальти. А на правый фланг, ну, наверное, Кафу все-таки поинтереснее, чем Отда. Хрен его знает, конечно, когда Кафу продлят, может быть, вам сейчас прямо горит собрать Милан, и вам правого защитника не хватает, в таком варианте, конечно, да. Кстати, здесь, да, 13 аж идет скорость, а если мы на единичку уберем, 4 стата свободных мы получим, и... Ну, на самом деле, дриблу можно было бы хотя бы в желтую зону прогнать. Да, вот прокачку немножечко я бы поменял, единичку бы снял со скорости с выносливостью, а загнал бы в желтую зону дриблу, все-таки атакующий защитник, за центр поля он ходить будет. Навыков крайне скудно дали Konami, всего лишь 7, я считаю, что... Все-таки эпикам надо давать 10 навыков, не умрете, игру это не сломает, ну и так далее, и так далее. Но все-таки, мне кажется, должно быть 10. Низкий пас навесом хорошо, пас касания ок. Опять, штатный пенальтист. Да, если ты не бьешь пенальти за Кьяера, то ты можешь побить его за Отда. Почему бы и нет? Точность подач ок, пас на ход, подкат блокировщик из защитных. Само собой, здесь неплохо было бы именно защитные навыки ему увеличивать. Ну, игра головой, кстати, прыжок какой есть. Поэтому верховое главенство бы подошло, акробатический вынос бы подошел. Пас на ход, пас касания есть, пас в разрез. Точный подач, низкий пас навесом это есть. Может, фин какой? Ну, блин, с такой дриблой... Ну, да, фин здесь вряд ли. Но опять же, да, он добежал, он подать должен, а не финты выделывать. Может быть, дальние удары, раз сила удара 91 есть. Может быть, дальние подкрутки, если и раз есть подкрутка 80. Слабая нога у него идеальна, поэтому там условная подкрутка шведка ему не нужна. Такс, кто у нас остался?
Остался у нас, конечно же, Тюрам и остался у нас Неста. Но Тюрама мы оставим на сладенькое, так сказать. Поэтому давайте посмотрим по Несте. 5 вариантов у нас его присутствуют в игре. Все, как я понимаю, А нет, вот эта вот карточка не выходила, как я понимаю. То есть в базе она есть, ну, типа, про нее забыли. То есть 4 варианта у нас присутствуют. В данный момент у нас Лацио, 24 года ему. Кстати, от сборной Италии он тоже в 24 года. То есть как раз тот вариант, когда он играл за Лацио. В Милане ему уже 26. Ну, смотрим, чего нам здесь интересного дали. У Несты крайне удачная моделька в игре. Действительно, типа, его ставят как одного из лучших центральных защитников. И статы в защиту потрясающие. Скорость ускорения для ЦЗшника очень даже хорошо. Рост 187, то есть там не 180, не 170, ну и так далее. Прыжок есть, корпус есть, игра головой есть, выносливость есть. Защитник отличный. Чего не хватает? Паса, конечно же. Ну и слабая нога там, конечно, беда, печаль. Здесь по навыкам нормально насыпали, акробатические выносы отлично, способности капитана опять, боевой дух, игра головой отлично, перехват опекун отлично, пас на ход, подкат, верховой главенство, блокировщик. Ну, по сути, да, по сути, защитные навыки все есть, наверное, стоило бы здесь что-то накидывать на пас, но пас и так как бы говеный. Просто, ну, чисто навыками попытаться его немножечко выровнять, чтоб условно там, не знаю... Низкий пас с навесом, может быть, точность подач, может, так, пас на ход есть, пас разрез, пас в касание, вот что-то такое я бы старался ему поймать. По прокачке 14 защиту, а если мы парочку снимем, потому что, ну, вы знаете, это же дорого. Так, у нас 8 статов лишних остается, то есть, теоретически, мы можем поднять скорость, выносливость, силу удара, ну, скорость у него в порядке, как для ЦЗшника, либо ускорение, например, ускорение, баланс умения атаковать, либо все-таки 4 ему вкинуть в пас, довести его хотя бы до желтых значений. 2 навыка у нас еще остается. А тут я даже не знаю. Тут я даже не знаю, что бы ему добавить. Вопрос. Ладно, пас бы я ему и добавлял, чтобы пас низом был 72, а пас навесом 73. Итого, 102-м бы он у меня получился. Вот мне кажется, что так он станет более сбалансированным. По защитным навыкам у него и так все достаточно хорошо. А пасик ему пригодится, чтобы мяч забрал, и все-таки из защиты надо выходить в атаку. Ну и Тюрам Лилиан. Первый раз появляется в нашей игре. Суперская карточка, стиль обороняющийся защитник. Много вам, я вам про это рассказывал, что обороняющийся защитник — это, по сути, ЦЗшник, которому накрутили дриблы, пасы и скорости. Вот. И поэтому обороняющиеся защитники в 99 случаях из 100, становясь на ЦЗ, имеют охренеть какой рейтинг. Что могу сказать под правого защитника? Автоматическая прокачка, тренер. 103-й правый защитник, и на самом деле отлично, все отлично, ну, кроме удержания. Почему удержание, вот тут 68, я не знаю. Даже дрибла 84 присутствует. Пас навесом 82, головой играет. Прыгать умеет, корпус есть. Баланс, ну, хотелось бы побольше, но тем не менее есть. Скорость с ускорением хорошо. Выносливость вообще великолепна. В защиту очень классно умеет для правого защитника. Но я и вчера это уже говорил. Ребят, ну, это ЦЗшник. Это ЦЗшник, и вы сейчас видите автоматическую прокачку под ЦЗ. То есть это номинально 106-й ЦЗшник. Это охренеть просто. Да, в игре будет показывать сотка. Но сейчас мы к этому вернемся. Как ЦЗшник? Пас. Шикарно. Корпус, прыжок, игра головой, скорость, ускорение для ЦЗ. Великолепнейшие. Статы в защиту великолепнейшие. Короче, 74 баланса для ЦЗшника. Отличнейше. По навыкам. Акробатика есть. Защитный, да, боевой дух отлично. Перехват, опекун. Подкат. Чего у нас не хватает? Блокировщика, да, не хватает. Блокировщика, верхового главенства, игра головой есть. Вот, и у вас идеальный центральный защитник. Возвращаюсь к тому, что мне сейчас начнут рассказывать, о, Морж в игре показывать не будет. Не вопрос, мы сейчас как раз это и посмотрим. С Нестой на самом деле и сравним, почему бы и нет. Неста у нас 102-й, правильно? Правильно. Вот. А Тюрам при вот такой прокачке в игре будет показываться сотка, да? То есть теоретически Тюрам должен быть слабее. Хорошо, хорошо. Значит, Тюрама выставляем ЦЗ. Буст. Буст. А что 96? А, тренер. Ну да, тренер. Максимальная прокачка. Нести тоже выставляем ЦЗ. Буст и максимальная прокачка. Вот смотрите, в игре Тюрам будет показывать сотка. Неста будет показывать 102. Мне еще хоть что-то надо говорить, а? Вот вы серьезно считаете, что Тюрам центральный защитник сотка, а Неста 102, да? Ну, если, я не знаю, если, блин, в каком произведении это было?
Типа, если на клетке написано слон, а внутри буйвол, не верь глазам своим. По-моему, в Обломове. Я, если честно, не помню. Тут могу ошибаться. Но если вот вы считаете, что игра считает правильно, и вот это сотый центральный защитник, а вот это 102-й, то тут, ребят, извините, мои полномочия, все. Такое, я уже вам точно ничего не объясню. Возможно, стоит к врачу. Но я тоже не специалист, поэтому рекомендовать не буду. В целом, Тюрам карточка бомбезнейшая. Если вам нужен лучший центральный защитник игры, ну, на данный момент чисто по статам, да, это лучший центральный защитник игры, то я вам, конечно же, рекомендую поймать этот пак. Мне в покопаниях я повезло, который я выкладывал вчера, я поймал это все дело очень-очень быстро, и Тюрама поймал, и Отда. Вот. А то, что он будет играть без стиля, для центрального защитника, я считаю, стиль — это не самая большая проблема. Вот. Ну, это лично мое мнение. И поверьте, мне кажется, что лучше пусть он играет без стиля, чем у него, допустим, был бы стиль атакующий защитник на ЦЗшке, да, и он пер вперед. Ну, вот мое мнение такое. Потрясающая карточка. Всех поздравляю, кто смог его выловить. Кстати, а если он будет еще и на хорошем настроении, то тут мама дорогая. Вот. Почаще бы он у вас был на хорошем настроении. Вот такое мое мнение по поводу пака, который нам завезли вчера. Свое ты, естественно, можешь написать в комментарии. С удовольствием его почитаю. Завтра, наверное, передохну. Но в четверг ждем к нам команду недели. Может, от Лиги Чемпионов команда недели будет. Было бы неплохо. На этом прощаюсь. Как всегда, морж. Как всегда, пока.